Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну и как вы уже поняли по заставочке, то героем сегодняшнего видео будет вот у нас такой шнур от фирмы Black Hole, называется Interceptor. Шнур у нас цветной и имеет, как бы сказать, разные свои цвета через определенное расстояние. Вот. Ну, давайте ознакомимся с тем, что написано на коробочке. Более подробно, чтобы вы смогли это все прочитать, рассмотреть, где какие данные вас интересуют. Тест мы будем сегодня проводить на разрывную нагрузку. Ну и в принципе, наверное, уже в рамках этого теста я, наверное, сейчас и все-таки сделаю более-менее какой-то, ну, обзорчик такой. Данными шнурами от фирмы Black Hole я пользовался всеми, которые есть у них в наличии. И, честно скажу, уважаемые зрители, в принципе, непопулярность этих шнуров, почему-то мне так кажется, она не заслужена. На самом деле, люди привыкли, как бы сказать, уже, ну, к обыденному, там, к чему-то такому уже. Например, Power Pro, Fireline, самые такие популярные шнуры у начинающих рыболовов. Там у более, кто двигается вперед, это уже там UGK, там Upgrade, там, ну, то есть что-то вот такое, там Sunline, там вот такие вот популярные бренды. Хотя, если так разобраться, я перепробовал много шнуров, весь этот дешмановский диапазон я уже прошел в своей жизни. Ну, не весь на тот момент, как бы сказать, жизни, да. Просто сами понимаете, что сегодня всяких разных брендов во всех областях, они растут как грибы. Это вон только заходишь каждый год, смотришь на ютубе. Новые лодки ПВХ, новые лодки ПВХ там. То есть, у меня уже голова кружится, каких сейчас этих лодок ПВХ нету. И каких только есть, да, и что покупать, и всяких разных, да. Так же, как и со шнурами и все такое, как бы сказать. И все перелопатить и перепробовать, в принципе, невозможно, да. Но, в принципе, топ-сегмент, да, самых дорогих шнуров, да, которые есть у нас, я, конечно, перепробовал, да. Вот. Конечно, не специализированных, то есть, понимаете, да, каждый шнур заточен под свои дела, там. То есть, вот эти вот там морские специализированные или ультралайтовские, там, дорогие шнуры, эти, конечно, как бы сказать, в этом диапазоне там морского, ультралайтовского, еще какого-то я, конечно, не лез. Но обычный топ-сегмент, средний такой, да, тоже, конечно, со своим уклоном на значение я попробовал, да. И от этого есть чем сравнить. Пробовал я и такие вот шнуры, пробовал я и такие шнуры, и такие шнуры, и гирлабовскую Эксу, и Варивос кастинг СМП Авани тоже пробовал. Ну, Варивосы я тоже много пробовал. Мне их серия, кроме некоторых, там, ну, не очень понравилась, да. На тот момент, когда они были, то есть, ну, по части что-то разрывной нагрузки, они прям вообще хиловатые были. Ну, об этом можно много говорить, но на фоне всего этого, да, как бы сказать, опыта моего, да, я, конечно, тоже могу сделать кое-какие выводы. И когда я рыбачил блэкхоловскими шнурами, то, конечно, сразу же становится понятно, что шнуры, в принципе, за свои деньги, они нормальные. Вот, и даже более чем. Особенно по сегодняшним дням идет скидка, уважаемые зрители, на эти шнуры. Их там продают по очень-очень вкусной цене. Там уже их немного осталось, да. В принципе, сейчас их цена просто, по сути дела, по себестоимости. Их там, по-моему, отдают. И кто хочет что-то прикупить, ну, конечно, не безо всяких проблем. Также, уважаемые зрители, не забывайте, что у нас целый месяц, весь декабрь, идут скидки по промокоду TAIMEN10%. Заходите на официальный сайт и в описании к заказу пишите промокод TAIMEN, и будет 10% скидочка. Вот, ну и давайте теперь вернемся к нашему шнуру. Что можно сказать? Большинство шнуров от Black Hole, пока они новые,
Видите, он прям такую петлю дугу делает, да, он как бы такой жестковатый, видите, пружинистый, ну не такой там, что вот прям вообще как пружина, он достаточно мягкий, да, то есть вот такой вот, но все равно имеет какую-то жесткость. После его использования он будет становиться, уважаемые зрители, мягче, да, то есть, ну соответственно, как и у всех шнуров, я могу сказать, я тестил, любитель тестить шнуры, да, чисто для себя, даже не на видео. Скажу так, что у всех шнуров, конечно, диаметр завышен. Ну, данный шнур тоже страдает такой проблемой. Его диаметр завышен, так же, как, в принципе, и у всех и других существующих шнуров. Может быть, редкий какой шнур будет соответствовать диаметру. И то, наверное, скорее всего, из-за разброса погрешностей. Ну, скажем так, в случайном индивидуальном порядке при изготовлении. И не более того. Вот. Шнур у нас восьмижильный. Он у нас из ПЕ материала. Он у нас достаточно скользкий. Ну, когда будет еще прирабатываться, будет мягенький и скользкий, как шелковый. Вот. Ну, и думаю, давайте сейчас мы это проверим. Его тест на разрывную нагрузку и посмотрим. Ну вот, уважаемые зрители, и настало время посмотреть уже реальный тест, реальное испытание. И сейчас мы посмотрим, как данный шнур Black Hole Interceptor у нас в диаметре 0,8. А мы видим, что у них на коробочке 0,8. Это у них означает 0,15. Вот, уважаемые зрители. И сейчас мы это все посмотрим, его разрывную нагрузку. Как мы видим, заявляют они 20 либров, либо они пишут 10 кг. То есть, как мы видим, ребята сильно не высчитывают по японской классификации десятые доли. И округляю все эти цифры как в диаметре, так и в весе. Вот. Разбираем наш стик. Берем наш прибор драгчекер. Отматываем нам нужное количество шнура. Ну, так отмотали. 2 метра. Этого, я думаю, будет вполне себе достаточно. Вот, и сейчас мы все проверим, сейчас мы все сравним. Наматываем данный шнур на стик и другой конец шнура наматываем на другой стик. Вот. Делаем натяжку. Вот видите. Заряжаем на шнур. Видите, вот я все поднимаю, все показываю. Ну и вот наш сам приборчик. И сейчас мы будем давать нагрузку и смотреть, сколько у нас выходит. Ну, результат, я думаю, налицо. Это у нас 9,5 килограмм. Вот шнур у нас заявлен производителем 10 килограмм. Но я считаю, это прям вообще какая-то эталонная цифра, потому что я в своей жизни пользовался самыми дорогими шнурами в мире, на планете Земля, на нашей голубой планете. И скажу, уважаемые зрители, вам по чесноку, как правило, не видел я ни одного шнура, который бы точно соответствовал диаметру и заявленной, как сказать, разрывной нагрузке. Вот. Здесь мы видим цифры очень приблизительные. От этого, как бы сказать, никаких таких особых вопросов по разрывной нагрузке к данному шнуру у нас не возникает. Вот. Единственное, что я хочу сказать, у данного шнура, так же, как и у всех других шнуров, конечно, диаметр чутка, как бы сказать, завышен. Но это является нормой для всех сегодняшних производителей. Вот. Осталось у нас уже там еще шнурка, да, который уже был сейчас только что напряжен, да.
скажем так. В принципе, при каждом новом тесте нужно отрезать свежий кусок шнура. Ну, давайте еще раз мы вот проведем уже на краю использованного шнура. Так, заводим, заряжаем это, сбрасываем наш прибор в нулевое состояние. И еще разок. Сейчас мы попробуем сделать натяжечку. Ну, видим, смело держится наши 9,5 килограмм со второй попыточки, даже чуть-чуть больше, там грамм на 150. Вот. Но, в принципе, неважно. Мы видим, что данный японский прибор показывает нам примерно одни и те же цифры. Дальше тестить уже не имеет смысла, потому что для себя я уже эту операцию делал уже много-много-много раз. Вот. Так что о чем я хочу сказать, то что есть и шнуры за более-меньшие деньги, которые хотя бы по разрывной нагрузке соответствуют действительности. Вот. Но если вы мне не верите, да, есть вот такой вот очень достаточно дорогой шнур. Вот. Он у нас такого же диаметра, 0,8. Можно его сейчас тоже быстренько проверить на разрывную нагрузку, чтобы вы посмотрели. Здесь у них 18 либров. Здесь 20. Здесь мы видим, они маленько поменьше заявляют. Да? 18 либров, ну это в два раза. Ну скажем так, это округлим. И будет это у нас 9 килограмм вместо 10 килограмм. Давайте проверим соответствие одних из самых дорогих шнуров на их разрывную нагрузку. Видите, тут я специально держу нового шнура. Я его не весь мотал специально, чтобы делать какие-то дальнейшие тесты, исследования, испытания. Вот. В принципе, его можно весь мотать. Шнур абсолютно новый этот кусок, так что никакого подвоха нет, он белый. Если бы я его где-то бы юзал, он бы в наших водоемах сразу бы поменял цвет от этого. А здесь никакого обмана, уважаемые зрители. Сбрасываем наш приборчик. Заводим, заряжаем шнур. Вот, пошла натяжка. И сейчас мы проверим один из самых дорогих шнуров. Ну, думаю, результат всем соответственно понятен, да? Давайте еще раз проверим. Так, заряжаем наш шнурок. Вот, видим. И пробуем еще разок. Ну что-то в этот раз результат еще похуже. Ну давайте третий раз. Вдруг что-то там не так у нас идет. На самом деле, вот такая вот нестабильность показаний при таких результатах, это говорит о том, что шнур сделан крайне неравномерно,
То есть его площадь сечения на всей его протяженности является неравномерной, да, и он ведет себя нестабильно, а значит при зацепе может оборваться абсолютно на любом участке шнура. Давайте еще разочек. Соскользнул-то у меня. Ну, 7 килограмм. Ну, 2 килограмма от заявленного. Вот. Ну что, уважаемые зрители, вот сейчас вы увидели реальное значение между двумя шнурами. Цена между ними определяется в разы. Вот. Так что сами решайте, думайте сами, иметь или не иметь. Ну вот оборванные лоскутки. Этих шнуров. Чтобы вам было понятно. Посмотрели мы видео с тестом данного шнура. Каждый сам для себя пусть делает выводы. Ну, а вы, конечно, обязательно пишите комментарии, что вы об этом думаете. Именно пишите комментарии, что вы об этом думаете. Видите, 2 раза вам я повторил. Думаю, не просто так, да? Вот. Ну и я такими шнурами уже достаточно долго пользовался. И могу вам смело сказать, что, в принципе, при средней, как бы сказать, эксплуатации этого шнура, да, именно при загруженности, да, и времени, проведенной на рыбалке, в среднем его хватает, ну, на 2 года спокойно, да. Ну, у кого-то интенсивность рыбалок и вообще маленькая, кому-то, может, и на больше хватит. Но я, когда покупаю другие шнуры, ну, типа вот такого вот сегмента, даже при моей частой интенсивности рыбалки, не хватает их абсолютно, как бы сказать, на 2 сезона. 2 сезона вот эти 200 метров я ловлю как есть. Потом я его переворачиваю, да, как бы сказать, перематываю. И еще 2 сезона я влупляю. Как бы, грубо говоря. Что хочу еще отметить, уважаемые зрители. По шнурам в целом вообще очень хороший вам дам, как бы, совет. Для кого-то, может быть, для новичков это будет и секрет. Чувствительность спиннинга. Вообще любой вашей спиннинговой снасти очень сильно привязана к шнуру. Очень сильно. Многие думают, что вот палка, сухой графит, она там звонкая. На самом деле, ну, что такое там, оно от 1,5 до 2 метров, до 3 метров графита. Какая она там, у него вот эта вот проводимость этой чуйки, вы там о чем, о заповедниках. Это также возьмите, короче, алюминиевую или медную проволоку и пропустите про ней электрический ток. И сделайте замер. Сделайте 5, 10, 30 метров, там 40 метров этого провода. То есть вольтаж там не упадет практически не настолько. Если вы только сделаете уже десятки, там сотни километров, только тогда уже будет падение напряжения. Да? То есть понимаете, о чем я хочу сказать, сравнить. Также и по графиту. То есть из какой он там марки сделан. Вот это вот расстояние само спиннинга, максимум там 3, там сколько-то метров. Да? Блин, но... Оно не сильно, как бы сказать, графит, вот, ну, он не влияет, да. Влияют более другие характеристики на чуйку спиннинга. Это в целом самое сильно влияет, это уважаемый шнур. Потом вес всей снасти, балансировка снасти, да. То есть, понимаете, да, когда носом там не клюет спиннинг, а нормально весь центр тяжести у него в руке. И вся снасть максимально легкая, да. Расстановка колец, когда...
приближенно к бланку и хороший шнур, все это в совокупе дает хорошую чуйку. И только уже марка графита уже там чуть ли не на последнем месте, да. Такие вещи нужно понимать и не заблуждаться в них, уважаемые зрители. Это я лично на себе попробовал, когда ты рыбачишь и пробуешь с друзьями ловить там более ихними там дорогими спиннингами, чуть ли там не лимитированной серии. И когда ты рыбачишь, к примеру, бустером обыкновенным, про который мы видели видео, но только у тебя стоит вот такой вот шнурочек, да, вот такой вот шнурочек, да, с пометкой сенсор, да, либо вот такой шнурочек с пометкой sensitivity, да, скажем так, у которых минимальный коэффициент растяжимости, то ты понимаешь, что любой дешевый спиннинг начинает нормально ловить эту чуйку, чувствовать, да, то есть это реально факт проверенный. И если вы думаете, что шнур не растягивается, то обыкновенный шнур, когда вы делаете заброс там 80-100 метров, да, он там тянется метров по 20, по 30, то есть нужно понимать эти вещи. Также нужно понимать, что в зависимости от стиля ловли или метода ловли, тоже нужно подбирать свой шнур. Если вы рыбачите джигом, да, и на больших глубинах, на большом течении, и шнур у вас какой-нибудь там толстенный, там 0,3, там 4, там 3 по японской классификации, и его течением парусит, он не может достичь этот груз, да, то, соответственно, тут тоже об какой-то чуйке не приходится говорить, да. В таких условиях нужно шнурочек там потоньше ставить, там, чтобы не растяжимый был, чтобы груз на струе проваливался на этом течении, да, падал быстрее, то есть был удар, динамика, как бы груза об дно, да, удары, и вы будете чувствовать это вот все, да. Также с воблерами там уже другая тема, с блеснами третья тема, да, то есть нужно понимать, что мало того, что еще покупать шнур вот с такой вот пометочкой, нужно еще понимать, для какого условия, стиля ловли и какого диаметра нужно покупать, и вообще в целом, да, под что нужно ориентироваться. Нюансов на самом деле очень много. Ну, это я в целом так чуть-чуть общеобразовательно коснулся этого момента. Снял я этот видео про этот шнур, чтобы вы понимали и видели, что на самом деле по разрывным нагрузкам и в целом вообще есть шнуры, которые держатся очень-очень достойно по отношению там к очень-очень дорогим шнурам. И я думаю, это соотношение качества, конечно, этих вещей, это главное, да, то есть на сегодняшний день для простого человека, особенно рыболова и не только в жизни, конечно, золотая середина, нужно ее поймать, это соотношение цены-качества, золотую середину, чтобы, конечно, не попасть на бабулеты. Ну вот, что я хотел сказать, уважаемые зрители, все, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями, до свидания, до новых встреч.